могут сократить график подачи воды для всего города, а квартиры самых злостных должников отключат от канализации. На такие меры вынуждены пойти в Макеевской мэрии. Здесь рассказали, что абоненты не доплатили компании «Вода Донбасса» более 20 миллионов гривен. В списке на отключение 500 горожан. В городском совете отмечают, что у должников будет возможность исправить ситуацию. Во всех районах Макеевки с 1 июня начнут работать выездные кассы. Там жители смогут погасить долги и заключить договор на помесячную оплату. Такая же услуга есть и на сайте компании «Вода Донбасса». Сегодня за водоснабжение исправно платит 72% населения. Если мы на сегодняшний день все вместе, городом, жителями города, предприятиями, которые сегодня являются потребителями, не обратим внимания на платежную дисциплину, не начнем платить и погашать имеющиеся долги, мы вполне реально к осеннему сезону можем перейти опять по часовой подаче воды. Будет вестись претензионно-исковая работа. Мы сейчас выдаем порядка 1000 претензий в месяц по всем районам. То есть даем шанс добровольно оплатить сумму долга нашим абонентам. Если они не оплачивают, то мы вынуждены обращаться в суд.